Финансовую пирамиду посредством мессенджеров организовали в Западном Казахстане. Преступную схему раскрыли сотрудники агентства по финмониторингу. Выяснилось, что с помощью программы BinCloud физлица приобретали в аренду виртуальное майнинговое оборудование и якобы должны были получить 5-6% дохода от вложенной суммы. По факту сейчас ведется досудебное расследование. Вместе с тем, при выводе дохода с клиентов удерживается 16% от общей суммы в пользу организаторов финансовой пирамиды. Следует отметить, что главной задачей пирамиды является вовлечение новых участников. Как правило, учредитель пирамиды, накопив значительную сумму, прекращает выплаты